Дело хорошо, и доехала хорошо, уже легли отдыхать. Точно нельзя. У нас нет больше песен в запасе. У меня есть. Вы тут жаловались на то, что духло, сейчас будет весело. Игрушка пришел. Давай. Я не знаю, мы как-то не задумывались на эту тему и не страдали. Хочешь фотосессию с любимой женщиной? Нет? Не хочет. А я с нелюбимой? Тоже не хочется? С нелюбимой тоже не хочет. А с
телочками. Охренел вообще, что ли? Гарда сапкали добрат калибец. Е! Просто я ведь не нарвашу его бизнеса. Ой, какая песня. Бизнес-класс. Jingle bells, jingle bells, jingle bell rock. Jingle bells, sleigh bells, jingle bell rock. Snowing and going, pushes us fun. Know the jingle bells has to be done. Jingle bells, jingle bells, что вам показать? Jingle bells shine, jingle bells shine. Dancing and prancing, jingle bells square. Положам добра, я хотела, да, ничего не поменялось, у меня будет ехать на работу. Пушка, написать словами. Страшно болит. Все, нельзя сказать, умилая ты какашка. Прям ты вообще завел прям. Конечно, украсили. Ресницы, ну да. Если у меня будут нежеланные дети, я там... Мне хомячка нет. У меня есть один уже хомячок. Винишка. Дай, пожалуйста, колу без льда. С лимоном. Да. Да. И вас, и вас.
Этот выстрел уже забыли. А что Арара я снимаю? Снимаю на мобильный. Что игнорирую? Я туда сюда целый день лезу. И так влюбилась, сука, сильно. Попала в сердце мне пуля дура. А я тобой и ранена, и вина. А тебя надо тебе. Но тобой раздета. Работает со 2 числа. Два стола сейчас. У мамы, да. Одна. Ваша дочка у нас работает. Спасибо большое, очень приятно. Почему? Хансы. Еще остался один, по-моему, стол. Новая Рига? Большую компанию. Нет. Старайся, да? Тебе не нравится дым, черт с ним. Он убивает слова прямо в голову. Чего? О чем с собой говорить? Не, он не вечно говорит по телефону, а что-то он расслабился. И мы дома поговорим. Вопрос из вечных, зачем, да, почему? Всех обсудили. Если встречу, потом передам ему. Сок, как электрошок, что я выходит вина, твоя вина. Серьезно? Я помню белые побои. Посуда на хрущевке двое. Да, я их ощущаю. Он, кстати, тоже. Динго Белл. Ты уже знаешь, да, чем себя занять в свободное время? Кальян редко. Не уходи, подойди, мне пора. То почему мы, то холод, то жара. По местам я устал. Ну вот опять. Ты элемент номер 5, не дать, не взять. Ушко девочки болит так, что даже об этом говорить не хочу. Аж тикает. Не знаю, мужчина какой-то пристал, сел рядом, разговаривал по телефону. Главное, чай пристально будет с одной парнем обсуждать. И чем речь про данную?
машину. На моторе зиму я на ней так звину. Або Раминка напишет, что там будет. Кто мы и откуда? Новый год. Везде, где не была, мечтаю побывать. Я помню белые обои, черная посуда на скру. Рамин, ну что ты так тормозишь? Быстрее пиши. О, Раминчик. Почему я на ней так звену? Черная посуда. Она меня ревнует. Платьев много. Пять на боксеры. Почему я на ней? А зачем я должна принимать его религию? Потому что я... Нет. Почему? А должна была? Я никому ничего не должна. Нет. Деньги. Я могу понять, ты с ним поговорил, храбрый был, не надышался. Сам рад. Я завтра этот. Аина, вы что, в него тайно влюблены? Очень тебя просит девушка одна показать. О, боже мой, передо мной ставить это не надо. Что с тобой, Миля, не со мной? Тебе Рамил вселил чувство слишком уверенности в себе. А? Кто вспомнит, какого фильма эта музыка? Я что ему подарила? Характер свой. Золотой. У меня еще не было худшего подарка на свете на Новый год. У меня не было еще худшего подарка на Новый год. Мне мой водитель подарил статуэтку Деда Мороза, брат. Я это имел в виду. Боженька все видит. Видишь, аж подавился. Кристина Дерчи, у нее спрашивают, что ты подарил ему. Она говорит, что я ему подарила свой характер. Золотой. Золотой теперь характер свой подарила. Конечно, таких подарков тебе никто в жизни не делал. Чего? Таких подарков тебе никто в жизни не делал. Не, еще никто не осмелился что? Такой подарок не сделать. Очкошницы какие-то вообще были. А можно нам... Конечно. Не запустим... Малина нам, банан, да. Сегодня душа к винишку лежала. Да. Это, или банан. Да. Аин, он когда жениться соберется, он за вами придет. Не переживайте, вы не пропустите это. За кем приду? А? Я приду? Да. За кем? Любовь моя, вспомни эту песню. Пригласи меня на медленный танец. Я пошутила, ну что ты тоже начинаешь нормально общаться с этим? Любовь.
конечно, знаю. Так я что-то говорю. Так я же говорю, что женится не на мне. Но осень на дворе, деревья в серебре. Увы, охватила нас. Но осень на дворе. Знаешь, что у меня в машине есть? Подарок мой. Знаешь, где он лежит? Знаю. Где? В машине. А знаешь, что там? Нет. Снежинки на ресницах таяли, и зачарованно читали мы. Слушайте, ну нафиг, не нафиг, но он же со мной, не с вами. В чем вопрос? Ну, были бы вы пиздатенько, он бы был с вами. Ох, ты ж так меня бьешь на людях. Ну, давай поговорим. Я ведь не законченный роман. Это? И на скамье. Йо-йо-йо, брат, слабо помню. Немало между нами радостных воспоминаний. Но я бы не хотела знать агонию любви. Что сделать, брат? Расставшись мы с тобой, спасем свою любовь. Дали со мной. От сложных разговоров и обид. Слушайте, что он говорит, переведете мне потом. Это про меня говорят. Да, я знаю. А вот Алёлу-то брал. Имеет, блин. Ты хочешь поругаться перед Новым годом? Чего? Поругаться хочешь перед Новым годом? Больно. Да больно. Так от судьбы давай уйдем сейчас. Оставить мне закончить А он сказал, что я больная? Ты сказал, что я больная, да? Нет, сумасшедшая. Как ты думаешь, вот эти стаканы хорошо бьются? Не знаю, давай разобьем. Ну вот с первого раза об деревянную поверхность или лучше об каменную? Как думаешь? А, жизнь моя. Натар? Натар? Я же за телефон выкину. Я с Рамилу позвоню. Нам дядю Рамиле. Рамил, тебе что, скучно? Что ты делаешь? Вот, занимайся стрижкой, подготовкой. А что, ты тренируешься с ним по телефону? А что вы так активно обсуждали? Кого? А он от тебя? Так что, мы втроем будем, что ли, жить? У нас зал есть, раз он без тебя жить не может. Да на, посмотри на него и успокойся. Смотри, там одна бедная усралась. Что ты сделал? А, ты мне его отдала? Почему тогда он час разговаривает с тобой по телефону? Отстань от него, да? Хорошо, давай. Здорово. Надо? Надо, да? Да.
нормально. Сау, брат. Сау, ол дедің жаңа. Енді ба? Зачем они поют такие песни? Крис, а можешь эту загадку отгадать? Не могу. Почему? Не хочу. Мозгов много, череп маленький. Не хватит, да? Не переживай. Да, у тебя. Что такое смелый ты? Что ты смелый ты? Я. Что такое смелый? Всегда спела. У меня крыша просто хорошая. Вы говорите, на душе кошки шклебут, а они тут такие песни поют. Зай, исправь ситуацию, спой песню. Ты просто всем всегда пел. Не говори всем. А? Не говори всем. Всем. Всем своим подписчикам. Я же смотрела твой эфир. Смотрел? Не один. Кто меня заблокировал? Нет, мне скидывали. Ты не заходил. Ты меня заблокировал ту страницу, а до этого я тебя заблокировала. Как я могу зайти? Через кого? Все страницы, ты из на них был заблокирован. Меня скидывали, не переживай, я тебе говорю. С днем рождения! А я это слушала, сидела с ваш. Ален, День Победы, да, провожают, да, старый год и победу празднуют. Как мы помирились, он прошел мимо, он не смог устоять против меня. Не верьте. Не верьте ни одному слову. Как и твоему. Моему? А что я не так сказала? Ну, все было иначе. А как было? Есть предыстория. Спросили, как помирились. Один человек создал все условия для этого. Никто не создавал. Аин, Эзиза, иди нахуй отсюда. А вот даже не смей. Даже не смей. И дороги, дороги. Кто? Две пятьсот. Не собираюсь. Прикололся, что ли? Какая-то прикол. Остальные меня знают, они меня любят такую. Ты чё? Чё ты? Никогда свободы. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Папа скутер в семье. Зай, ты знал, что я в группе есть? В группе рынок шкур. Ты не знал. Но мне пишут вопросы, задают. Это же не я спрашиваю. Что?
любят такую, правда. Скиньте, вы же страничку его знаете. Что, зачем? Пусть скидывает. Зачем ты так на это реагируешь, на идиотов? Я не ругаюсь на это. На дурачи. Вот, видишь, твоими же словами, как тебя не любить? Очень даже хорошо, что он не пьет и не курит. У него помимо этого недостатков хватает. Я не могла это просто сейчас не сказать. И небо под ногами. Я тебя тоже люблю. Осень, я давно с тобой не был. В лужах разлетались птицы с облаками. Осень, я давно с тобой не был. Осень, в небе ждут храмы. Кстати, почему у нас таких песен в машине не играют? Ну, потому что я еще не так сильно постарел. Ну, ты ненадолго ушел. Моему терпению, да? Оно у меня не железное, мне кажется, оно у меня стальное. О самом главном. Осень, я опять дышу покоя. Осень, я помню душе. На какие вопросы не отвечаю. Осень, я опять дышу покоя. Один столик еще есть, если не ошибаюсь. Конечно, я люблю творчество Майкла Джексона, я же его дочь. Как я могу не любить? То, что я тебе говорила, и здесь, и здесь. И что из-за этого, из-за того, что последние дни у меня из-за не до сих пор. Гормонально. А можете написать мне на рабочий номер и забронировать? Зачем они пришли 2 декабря петь эти песни? Ушко очень плохо, ребят, честно. Очень. Какое цвета платье выбрала? Ой, я не одно выбрала, но я не могу вам сказать. И ты не можешь. А ты сегодня в гардеробную не заходи? Ты шутишь? Ты в гардеробную закупки заходи. Я там что, должен увидеть? Но они висят в ряд. Там миллион висит. Нет, ну они специально так висят. Ну как бы подготовлены. Нет. То есть тебе все равно, в чем я завтра пойду? Подумай, прежде чем ответить. Агата моя очень так. Не могу показать, боюсь сглазить. Я зачем на эфиры трачу время? Потому что я час сидела, слушала, как он разговаривал Натар со своим раминчиком. Поэтому специально я вышла в эфир. А вот и нет. Вот я сидела, слушала твое. Ты опять сейчас ему позвонишь? Тогда эта ночь не закончится. Oh,
мат. Любовь моя, ты что, терпишь меня? Я думала, ты меня любишь. Спасибо вам большое. Далеко мне ее любовь утами. Но как повторить, его глаза это свет. Нормально же общались, ничего. В сине-белом, в синем или белом. Не знаю. Зая, прости, не ждала, когда ты ублюдок, понял? Разорву, ты знаешь. Левый профиль. Прости, вот видишь, все пишут, что правильно, что я должна позволять. Ушко болит, ребят, очень сильно. Там происходит кошмар просто. И самое, что ужасное, я не могу вытащить сережку, потому что она же должна щелкнуть, чтобы открыться, а я ее просто пошевелить не могу. Видели, я на днях выкладывала картинку черно-белую,
где было, когда очень хочется тусить, но твой мужчина против. Против не то, что против. Взяй, ну мне еще кое-куда надо. Ты мне обещал песни включить. Про Тома Джерри? Я на стуле что-то черное не забывала. Завис, потому что Wi-Fi выключился. Да, бухаю. Аж стакан не выпускаю. Моя психика не выдерживает. Не выдерживает. Короче, вот что-то вот такое у меня. Настроение тусить, но мой мужчина против. А мне хочется петь. И уносит меня, и уносит. Я без шапки была, у меня ушко болит. Я не могу сейчас шапки носить. Я, да, по жизни позитивная. Подо мной на стуле мое мнение, которое я не сую везде, где не лень. Пирсинг с языка я сняла года два назад. Будем и сейчас искать начать. А ты не найдешь. Не, ну, может, ты доберешься? Не сможешь увидеть. Хочешь, скажу, где он? Да ты вообще не умеешь сюрпризы делать. В машине. Да ты уже сказал, зачем ты еще говоришь? Чтобы я ночью встала, пошла искать? Я ключи спрячу. Ты ключи спрячешь где? Искать, нафиг мне это надо. Штрафы у нас какие? У нас нету штрафов. Мы пристегиваемся, как только выезжаем на трассу. Да, готов. Прямо сейчас сесть за руль. Сядешь? Сяду. Сяду, справлюсь, отвечаю. Прямо сейчас. Ну, направо подъезд. Да ты хрен дашь.
будем. Чего не садишься-то? Ой, все. Наблюдай за нами. Наши чувства не выразить в песне. А это мой подарок? Это мой подарок. За ушко, аккуратно. Я думал, тебе только устройство. Не, зачем? Я ж попроще. Ты ж простая. Ой, знаю я его садись, что вы поверили. Я год этот садись слышу. Он очень меня... я даже не прочту это. А то просто боюсь, что в этой его любимой машине он пробьет короной просто потолок. Как влетает, сидит? Четко. Четко. Ну хорошо. Родненькая. Родненькая? Да где ж родненькая? Да меня не было. Со мной появилась. Не было? Нет. Всегда было. Не было, знаешь. Даже мне не интересно, что он мне подарит, потому что, ну, я как-то не акцентирую никогда в жизни внимание на подарках. Вот. Почему вам настолько интересно? Слушай, тут за тебя, короче, вообще впрягаются, что у четких пацанов четкие короны. Вот 100% готова поспорить, что это мужской пол пишет. Шубу подарят. Он сказал, что шубу, слава богу, ты сама себе купила. Реально, вот как вот не поругаться? Ну так просто. Алинка, это походу вам всю жизнь дарят максимум. То, чего вы достойны, это вот то, что вы написали. Уверенный в себе человек никогда в жизни не напишет гадости человеку, которого не знает. Безусловно. Но я теперь с тобой поспорю, что уважающий себя человек никогда не позволит оскорблять того, кого он любит. Никогда. А не вот это вот «не ругайтесь» и блокировать. Он ответит, а потом заблокирует. Я все сказала. Камень в свой огород? Нет, это гора, это скала просто в твою сторону. Тем, что ты отвечаешь взаимностью тому человеку, от этого выше не становишься. А при чем здесь выше становиться? Если человека жизнь ничему не научила... Слушай, а при чем здесь выше становиться... Я что, отвечаю оскорблением или ответом думаешь, то, что я себя этим возвышаю? Ты думаешь, твоя фраза что-то поменяет в голове этого человека? Это вам в голове, мне похер на этого человека, на его голову, на его жизнь, на его окружение. Это меняет в моей голове многое. Вот ты заблокируй просто и все. Да, не ругайся. Выкинуть он может вас. Не только из машины, а в принципе по жизни кидать. Но никак не меня, не переживайте. Родненькая. Да, моя жизнь. Все хорошо. Все прекрасно. Все прекрасно. Все хорошо. Джингл Беллс. Нет у меня Джингл Беллса еще. Крисмас, все дела. Санта Клаус. Джингл Беллс. Господи. Че? Джингл Беллс. Джингл Беллс. Что? Вообще какой-то непонятный. Ну, слушайте, ну видите, вот мне говорят, что нельзя ему отвечать. Вот он пишет, а я не могу ответить. Хотя, видите, 99% со мной согласны. Тебе домой?
Auf. Вот, я с вами абсолютно согласна, что надо им закрывать рты. Но мне не жалко. Сейчас шампунем каким? SP1. Да, конечно, буду. 1 января где буду? На кровати. Можно было сказать дома. Почему я должна сказать дома? На кровати я буду. Дома можно сидеть, убираться. А я буду на кровати. Именно лежать и не шевелиться. Яичницу приготовишь? Яичницу 1 января? Нет, твоя очередь. Да, я? Потому что завтра готовлю я утром, а 1-го, получается, ты попадаешь. Потому что, да. Знаю, потому что пить буду в Новый год я, а не ты. И плохо будет утром мне. И по-человечески, так как ты мужчина любящий и заботливый, ты должен приготовить мне завтрак. А то и так тебе вон все пишут, что я кроме яичницы с помидорами делать ничего не умею, еще и стрёмную делаю, неаппетитную. Может, их пригласим, они приготовят нам аппетитно. Слышь, опасная, не надо меня бить, я не матерюсь. Ты кто такая, чтобы мне писать, что я должна, а что не должна? Не родился тот человек в этой жизни, кому я буду должна. Вот запомни раз и навсегда. Вот просто он сейчас рядом. Я не могу тебе ответить так, как я бы ответила. В своей жизни я должна только одной женщине. Это матери своей. Поэтому ты катись колбаской по Малой Спасской в горячее трехбуквенное турне. Видишь? Я не матерюсь. Опасная. Ой. Кто сказал, что моя яичница неаппетитная? Они просто не понимают, что фишка мне яичница. Они пишут, они ему пишут. Почему мы не спим в это время? Я не знаю, честно. Он свою яичницу готовит час. Просто вот в последний день я сказала, ну тебе в баню ждать час, когда эту приготовишь как-то по-особенному. Да, я сделаю быстро, как делаю я. Вот, и не знаю, съел, вроде бы не отравился, живой, довольный. Вы не понимаете, я же даже не знала бы, если бы он мне не сказал, что ему написали об этом. Я не обращаю на это внимания, не переживайте. Расскажи, пожалуйста, людям, как приготовить такую яичницу, как готовишь ты. Это очень вкусно. Не верьте, это обычно. Значит, это обычно, да? Твоя яичница, да, только ты час у плиты стоишь, а так она такая же, как и моя за 10 минут. Разницы нет. Нам в камеди нужно. Кто мы?
муж по национальности? Муж ты кто? Не знаю, кто мой муж. Я тоже не знаю, кто мой муж. Первого числа он стоит готовить не то, что яичницу. У меня будет просто сырнички наготавливать. Больно. Джема, да, тоже с нами будет. Я не ем рыбу, я ем мясо. Ласково и Миля, как я называю. Сказать?